Більше 100 років тому чесні американські продавці нерухомості об'єдналися і написали власний кодекс етики. Сьогодні Національна асоціація ріелторів є найбільшою і найвпливовішою професійною організацією у Сполучених Штатах, яка займається питаннями стандартів роботи ріелторів, а також лобіює професійні інтереси на законодавчому рівні. Досвід американців взяли до уваги багато країн світу, у тому числі і наша. З 1995 року в Україні успішно працює некомерційна громадська професійна організація ріелторів – Асоціація фахівців з нерухомості України. Оскільки в нашій державі діяльність ріелторів законодавчо врегульовано недостатньо, саме АФНУ взяла на себе завдання формувати прозорий цивілізований ринок нерухомості. Досягнення максимально високого рівня обслуговування клієнтів і недопущення на ринок людей, здатних підірвати авторитет професії. Граждане, обращаясь в сертифицированным членам ассоциации специалистов недвижимости, знают точно несколько вещей. Первое, что услуга будет безопасной однозначно, потому что есть несколько уровней проверки транзакций, которые будут совершаться на сделке. Иногда мошенники, зачастую даже мошенники, когда узнают, что имеют дело с представителем ассоциации специалистов недвижимости Украины, они стараются не вступать в никакие взаимоотношения, да, потому что понимают, что экспертиза все равно выявит какие-то подводные камни. Второй момент. Услуга будет менее затратна по времени. Не секрет, что сейчас с введением, с развитием информационных технологий, очень многие порталы превратились в так называемые информационные свалки. То есть человек может часами пытаться найти какой-то вариант, этот вариант ему будет недоступен. Здесь мы можем четко предлагать информацию наших и наших коллег, где мы уже четко знаем, что с документами все нормально, объект соответствует определенным критериям, и, соответственно, он будет безопасен. Асоціація фахівців з нерухомості має представництво у 32 містах України. Членами найбільшої професійної спільноти стали вже 1500 ріелторів. По закону, который действует на территории Украины, в нашу ассоциацию не могут вступать коллективы и юридические лица. У нас индивидуальное членство, но за каждым членом ассоциации стоит, как правило, какое-то предприятие или какая-то крупная компания. Это есть трудовые коллективы, начиная от 20 и заканчивая 500. И поэтому это достаточно очень большое количество людей, которые на сегодняшний день выходят на рынок своим клиентам. Но я хочу сказать, что нет основной задачи поглотить весь рынок. То есть мы достаточно демократично относимся к этому процессу и заинтересованы в том, чтобы в ассоциацию вступали только те люди, которые готовы развиваться, которые готовы обучаться, которые имеют очень, будем так сказать, базовые моральные принципы. Одним із найефективніших інструментів підвищення стандартів ріелторської діяльності в Україні стали освітні програми асоціації. Обучение, которое проходят наши сотрудники, оно многоуровневое, как для начинающих риэлторов, так называемых стажеров, так и для специалистов со стажем. Мало того, что есть определенная программа, вот те же самые сертификационные курсы АСНУ, где выдается единственная общественная организация, сертификат фонда государственного имущества, это так называемый знак качества, да, риэлторской услуги, тот, кто проходит такие курсы и проходит обучение, он получает знания из разных областей, которые ему помогают в работе. Это действительно организация повышения уровня квалификации риэлтора, в том числе вот курсы, в том числе разные другие семинары, мероприятия, конференции, которые проводят ассоциации. Достаточно большое количество людей посещают это, и риэлторов, и граждан. И это идет не только на пользу развития риэлторского сообщества. Ще один фокус уваги Асоціації фахівців з нерухомості України – це лобіювання інтересів ріелторів в держорганах, серед яких Рада підприємців при Кабінеті міністрів України, профільні комітети Верховної Ради, Міністерство юстиції України, громадські ради при обласних і міських адміністраціях тощо. Основной публичный эффект – это представление интересов риэлтора в государстве и общение с государственными органами. Тем более, что сейчас активно ведется согласование закона о риэлторской деятельности. И, к сожалению, тот, который принят за основу для согласования этого закона, он настолько не актуальный по нынешнему рынку, что над этим очень серьезно приходится работать.
За 23 роки свого існування Асоціація фахівців із нерухомості України набула значну вагу і популярність у професійному середовищі. З 2015 року регіональне відділення АФНУ працює і в Запоріжжі. АФНУ розвивається, тому що кількість членів росте, інтерес не росте, медіа узнаваємість і прочее, прочее. Количество министерств и ведомств, которые я сотрудничаю с нашей ассоциацией, профильных организаций наших коллег и так далее, тоже увеличивается с каждым годом. Ну, скажем так, перспектив для роста у нас еще достаточно много, потому что законодательно не предусмотрено обязательное членство в организации, и поэтому мы тут работаем на абсолютно таком конкурентном рынке, да, мы только доказав нужность ассоциации к конкретному риэлтору, мы сможем его получить в свои ряды. Потом приходится над этим работать постоянно. Но, тем не менее, успехи есть. Навчальний центр Запорізького регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України створено для підвищення кваліфікації ріелторів. Члени АФНУ об'єднані однією спільною метою – побудувати цивілізований ринок нерухомості, надаючи якісну ріелторську послугу. Звертайтеся до професіоналів, сертифікованих фахівців. Наш сайт zpasnu.net.